Задорный флешмоб каждое утро начинает день в молодежном. Приезжая в лагерь, ребята попадают в республику, где свой президент и свои законы. Каждая смена тематическое, мероприятий проводится множество. 6,5 гектаров заповедной зоны. Яркие снаружи, уютные внутри корпуса. В загородный центр молодежный стремятся попасть юные отдыхающие не только из Белова, но и из Ленинска-Кузнецкого, Кемерово-Новокузнецка. Мне очень нравится, что стало меняться это все. Например, в прошлом году и на первом сезоне был космолет. Были факультеты. Мне очень нравится это, потому что стало как-то развиваться это все. Это очень весело. В этом году Республика Молодежная решила разместиться на самолетах. Увлекательное путешествие будет продолжаться весь летний сезон. Серьезную поддержку для оказания всех необходимых для отдыха условий оказывает загородному центру администрация города и предприниматели. Очень обрадовала ребятишек перспектива создания в лагере крытого бассейна. Еще одно ноу-хау, которое появится в ближайшее время, это аппаратура для отпугивания насекомых. Я думаю, почему лагерь пользуется большой популярностью, потому что корпуса у нас и отапливаются. То есть, несмотря на то, что у нас, скажем так, и дождь, да, и бывает и плюс 10 всего у нас в июне месяце было, но так как у нас отопление, плюс еще, вы знаете, что в городах, ну, в связи с тем, что отключают горячую холодную воду, то у нас здесь такого не происходит. То есть, у нас здесь своя скважина. Работу воспитателей и креативных вожатых лагеря молодежные оценивают выше, чем на 5. К примеру, педагогический отряд «Радуга» получил звание лучшего в Кузбассе. Старший вожатый Альфия Марданова, побывавший на всероссийском слете спартакиаде в Сочи, в знаменитых детских центрах «Океан» и «Орленок», есть чем поделиться с товарищами. Девушка уже 7-й год работает в молодежном и с каждым разом с нетерпением ждет новой смены. Итогом нашей работы является то, что если ребенок приехал и он стеснялся выйти на сцену, и потом он раскрепостился, и в конце он выступает, нисколько не уступая остальным ребятам, которые занимаются там вокалом, танцами. То есть суть вожатого – раскрыть именно тот талант, который где-то глубоко в ребенке, и показать его всем. Пока ребята путешествуют по воздушным станциям, участники пресс-тура отправились в другой лагерь – «Алые паруса». Он миниатюрнее своего собрата молодежного, но и здесь эмоции плещут через край. Ребята отправляются в дальнее плавание в волшебные страны на корабле. У матросов даже есть свой гимн. Вот так вместе с ребятами беловские журналисты хотя бы ненадолго вернулись в замечательную страну детства. Там чудо озеро.